Ребята, всем привет! С вами Игнат. Начинаем ролик из солнечной осенней Ялты. Сразу же, в самом начале, хочу вас попросить поставить лайк по мере просмотра, написать комментарий. И если вы вдруг не подписаны, подписаться на мой канал. Давайте гулять по красавице Ялте. На месте все вон яхты, бархатный сезон продолжается, несмотря на то, что октябрь месяц. Рыбаки сидят, рыбачат. Сейчас, ребят, мы вернемся немножечко на улицу Киевскую, хочу вам показать, как там плитка лежит, какая там красота. Я здесь начал, чтобы показать, что еще, смотрите, даже деревья не опали, трава зеленая, хорошо, солнышко пригревает. Вон садовники работают, стригут, красоту наводят. Ну и хотел показать по поводу того, какая тут зелень, еще хотел показать, как тут плитка улеглась. Ну, что сказать. Плюс-минус. Плюс-минус. Нормально. Вот уже, считай, она лежит. Все нормально, нигде не уехала. Они тут, видимо, делают ограду какую-то вокруг скверика. Просверливается. Вот. Наверное, будет скоро красивый заборчик. Торговля вся работает. Уже, конечно, все в куртках. Ну, кто кого-то даже в шортах видел. Кто во что горазд, короче, как и везде. Афиши. Московские театры. На гастролях. Московские спектакли. Играют народ. Так что полет нормальный. Как бы не бабье лето, конечно. Ну как бы. И не очень-то и холодно. Вот этот домик мне нравится, кстати. Прикольно смотрится такая архитектура. Нравится мне это место. Здесь даже зимой, когда идешь, гуляешь, плюс-минус, ну да, что-то опадает, но все равно основная часть деревьев тут зеленый так и остается. Так что от вокзала до набережной прогулка. Это просто одно удовольствие. Вот эти скверики, кстати, тоже все, видите, закончили. Везде высадили тоже растения всякие. Везде полив проложили. Вон, видите, полив. Плитка везде лежит. Лавки новые. Так, ближе к центру. Уже все почти готово. Я, ребят, подхожу к Советской площади. Тут у нас эвакуируют машины. Вечно она у меня за бортом остается. Хочу ее снять хорошо. Во влоге-то показываю. А в ролике все никак, обхожу ее. Октябрь месяц, цветы цветут. И тут. И тут. Даже вон дерево не до конца опало. Слушайте, вот это дерево, когда опадает, это, наверное, вся площадь в этом, в листве. Вон сколько цветов. Постоянно и зимой, и летом дети на этих качелях
Вон они даже, наверное, после школы сразу с портфелями. И все сюда прибежали играть, качаться. Красиво, кстати, за сезон все эти горки взялись. Все так повырастало, поукрепилось. Видите, сколько тут драцен. Ну, что-то прижилось, что-то не очень. Смотрите, как фонтан смотрится против солнца. Красота. Летом тут людей много. И вон зима уже практически на пороге. Все равно место притяжения. А фонтан-то реально, смотрите, он как Сатурн высотой. Сейчас уже просто люди в фонтан не лазят, поэтому они такой напор, наверное, сделали. Нормально прям. Сейчас на все стороны все покажу. Горы тоже покажу. Ялта, круглогодичный город. Прикиньте, если бы еще самолеты летали, тут бы вообще, наверное, аншлаг был. Ну что, скоро запустят. И Ялта нагонит свое. Я, знаете, и с этой стороны, и с этой стороны обошел. Красота. Ну что, пойдем на набережную. Тут, кстати, свисали эти лианы с этих грибочков, что-то их поубирали. Засохли, может быть. Хочу, ребят, в этот раз подойти к фонтанчику. К этому не к фонтанчику, а к бассейну. До сих пор покататься можно при желании. Молодежь сидит, чилит. Хорошо, ялтинской молодежи говорю. Там уже на материке снег повыпадал. А не греется на солнышке. Красота. Ялта есть Ялта. Круглогодичный город. Фонтан работает. Сейчас к фонтану подойдем. Глицинии еще зеленые. Еще глицинии даже вообще и не опали. Магнолия, понятно, она всегда зеленая. Не уфига у кого-то выхлопуха. Аж все это. Голуби все послетали. Так, ну и фонтанчик ялтинский. Релакс. Релакс, да и только.
Ребят, я так думаю, надо, наверное, сходить на Массандровский пляж, посмотреть, чего там и как там. Потому что набережную всегда ходим, гуляем, смотрим, а до Массандровского-то не всегда доходим. Эти виды хочется показывать, показывать и показывать. Как же красиво. Вон магнолия какая зеленая. Прям насыщенные такие у нее цвета. Так, ну мы с вами идем туда, в сторону Массандровского пляжа. Плитки он ремонтирует, шаманит. Красивая вот эта улочка, мне тоже нравится. Вот это место, вот этот перекресток, прям такой, так и просится, чтобы какой-то фильм снять. Даже можно и дореволюционные времена вполне покатит. Подхожу я к пляжу, вообще пустынно, я даже не помню, был ли я тут зимой на этом пляже, конечно был, но это было так давно, что я уже этого даже и не помню, наверное, уже тоже все кафешки закрыты, торговля вся, наверное, уже тоже свернулась, конечно, для кого она тут нужна? Вне сезон. Вот где тут, ребят, ночные клубы? Меня часто спрашивают, чтобы потанцевать, не ресторан, а именно ночной клуб. Бар, это танцпол огромный. Не знаю я. В Ялте, по крайней мере, так точно. Не могу припомнить ничего. На ум не приходит. Такая тишина, да, действительно, после летнего, что тут творится, столпотворение после летнего, прям, прикольно, такое спокойствие, такая тишина, пляж закрыт, ждем вас в следующем году, купание, все. Но для гуляния самое оно. Так, о. Температура воздуха 22, воды 16. Я надел на себя куртку, но на самом деле думаю, что куртку надо снимать уже, потому что жарко, вон люди, видите, в шортах. О чем я и говорил, что кто в чем. Кто-то в шортах. Кто-то чуть ли не в шубах. Пойдем отсюда на Ялту посмотрим. Ну, никто не купается. Потому что 16 градусов вода это. А, как это не купается? Нифига, вон он. Отважный человек. Ну, кто бы удивлялся, это женщина. Мужики все в куртках уже. Женщина плывет. Видно, не видно, я не знаю. Тут такие широкие, кстати, пляжи. Смотрите, как много гальки отсыпано. Я даже не обращал на это внимания почему-то. Ну да, обращал. Тут же, когда сезон, столько людей на этом пляже.
Вода все уже прозрачная, чистая. Очистилась. После нашествия туристов. Тут, так я говорю, на этом пляже постоянно. Ой, вон еще купаются. Постоянно люди есть. Я прям не помню такого времени года, там как лето начинается, начало июня или конец там сентября. Вот в октябре уже, конечно, нет, а конец сентября, даже тут все битком. Хотя вон даже еще и лежаки на том солярии стоят. Ребят, контраст. Тут люди в куртках, джинсах, ботинках и отпускники. Ну что, все равно 22 градуса. Это все равно плюс, если для какого-нибудь северного города. Типа как Норильск, так это вообще лето. Пойдемте дальше еще пройдем. Уютненько так здесь. Такой маленький, не широкий, кафешки эти красивые. Уютный пляж Массандровский. Ну, конечно, когда тут в сезон столпотворения, дурдом творится, я не очень его люблю. Потому что тут яблоку негде упасть. Красивейшая территория морского вокзала. Если будут делать реновацию, как я слышал задумку, что можно будет по набережной пройтись от Приморского пляжа и прям вот так через всю набережную и сюда к молу. Это прикиньте, какой променад будет в Ялте. Это ж просто шик. И вот я думаю, что тогда вот это все восстановится. Морской вокзал будет как Сочи. У него будет вторая жизнь с бутиками, с магазинами, с кафешками. Молодежь поедет в Ялту. Как в Сочи будут тусить. Бристоль. Тоже какой-то революционный красивый отель. Если реально вот это все сделают, как я слушал такую задумку, вот тут плитку всю красиво поменяет, с той стороны сделает променад, самолеты полетят. Тут вообще, конечно, будет красота. Туристический рай будет. Ну, вот тут, конечно, плиточка. Машины эвакуируют. Тут вот плиточка такая напрашивается. Или же ее выровнять, или ее поменять. Да, советская. Они мне нравились. Но теперь уже, когда поменяли на новые красивые, нравятся и новые красивые. Я бы вот эти вот, кстати, не выкидывал советские, а куда-нибудь бы где-то на окраинах старые парки тоже такими плитками выкладывать. Не знаю, там в каких-нибудь поселках тоже что-нибудь ими можно выложить. Повыбирать целенькие. Какой я умный, да? В общем, вот такая красота. Вот это вот что за здание? Помните, резная дверь деревянная? Она сейчас все под баннером. Такая прям очень красивая резная дверь деревянная была. За баннером ее видно, в принципе, наверное. Вот что это за само здание? Непонятно. Так, ну что, мы снова на набережной. Есть у меня задумка у Миши покататься на доске на сапе в гидрокостюме. Но что-то увидев, что температура 16 градусов, желание испарилось. Так, пойдем вот здесь. Посмотрим. Плитки, да, после лета он все восстанавливает, разбитые, подмазывает, подшпаклевывает.
Мне, кстати, многие говорят, зайди в почту. Вот в этом здании сейчас справа от меня почта, которая на углу возле памятника Ленина. Я, ребят, туда заходил. Там очень красиво. Ну, там охранник стоит. Сейчас же такие места-то. Как сказать, ну, такое себе. Если я там камеру достану, он прям сечет. Ну, как сечет, он в хорошем смысле слова, он подходит. Типа, вы куда? Может быть, помочь? Я так думаю, если я камеру такой достану. Там уже пойдет не помощь, там уже пойдут претензии. Музыканты вообще поют. Народ гуляет. Клумбы, он, кстати, уже в осенних цветах, засажены синими цветами. Смотрите, глициния вообще зеленая еще. Очень красиво. У человека остекление такое сплошное, прикольно смотрится. Кораблики еще плавают. Идемте на кораблики посмотрим. Мне такое ощущение, как будто я сейчас увидел одного человека. А, я хотел сказать, и не набирает экскурсия, корабликов нету, а не вон они, на кораблик пошел. Он на заключительную набирает как раз. Экскурсия вдоль Крымского побережья, знаменитому замку Ласточкино гнездо, Месторскому курорту. Прогулка сопровождается подробным рассказом экскурсовода. Билеты в кассе номер один. Касса находится внизу у часовни. Увлекательная морская прогулка к знаменитому замку Ласточкино гнездо, Месторскому курорту. На теплоходе Эол. У них кто кого переключит, походу. Месторский курорт. Что это за Месторский курорт они имеют в виду? Интересно, есть кто-нибудь в этой гостинице нынче? Да, вон один номер. Балкончик открыт. Я ставила два лучших Море такое прям темно-синее. Ялта. Неужели тут купающихся нет, да? Так, любят все на этом пятачке купаться. Хлебом не корми, дай тут искупаться.
что ты меня обманул? Стоят люди на море, смотрят. Это вот эта гора, наверное, самая знаменитая в Ялте. Ее на фотографиях, наверное, больше всего. Чаще всего она попадает ко всем на снимки. В общем, ребят, вот такая у нас осенняя обстановочка в Ялте. Вон музыка играет. Сегодня, знаете, какой день недели? Сегодня среда. Это я в среду гуляю. Ну, конечно же, надо апельсин показать. Коль у нас такая сегодня неторопливая прям прогулка. Его законсервировали, что ли? Что-то вон сверху все позабито. Все вентиляции позабиты. Наверное, да. Наверное, сейчас нету смысла апельсин зимой держать открытым. Реальность. Все законсервировано как будто. Ну, может быть, это какие-то такие реновации. Но смотрится как будто... Ящики какие-то, вот как в этом, в летнем саду в Петергофе, ящики на статуи одевают. Памятник Краснову. Тут тир, торговля, все работает. О, круто, вон парень рисует Ялту. Я уже потихоньку подхожу на Приморский пляж. Если вы в Азовского сейчас стоит номер десяточку. Вы смотрели у меня с Портаницкого парка ролик? Сколько же в Орианде, интересно, стоит номер сейчас? Двадцаточку, наверное. Деловой. Художники. Вот недавно, кажется, снимал я тут Ялту в июле, наверное, месяце. Как я тут сгорел. Я в обеденное время, в обеденное место, в обеденное время ходил. И уже в куртке. По щелчку пальцев. Хоп. И все. Или это закончилось? Не, кое-кто даже сидят. Тут вообще все занято. Ну, я бы тоже лучше выбрал улицу, чем внутри сидеть. Погода позволяет. Такие столики крутые вот эти. Ну да, на Приморском пляже вообще весело. Массандровский полупустой. А тут вон и все столы практически заняты. А народ-то вон купается. О, он прям сальтуху. Офигеть. Да, Angry Birds уже нет. Миша работает. Он меня ждет, кстати, сейчас зайду к нему.
проведаю. Пляж вообще пустой. Никого. И тут, кстати, о, вообще видите, как законсервировали. Ну да, что делать. Тут, кстати, это... Вначале все столики так активно прям заняты, а вот тут вот и пусто все. Так что, ребята, вот такая Ялта осенняя. Пишите комментарии, как вам Ялта. Ну а на сегодня, ребят, все. Спасибо, что посмотрели меня. Лайкните видос. Подпишитесь на канал. Я с вами прощаюсь. А, ну и комментарий. С вами прощаюсь. С вами был Игнат. Пока-пока.